Всем привет, дорогие друзья! С вами Артемка Арешник! На 6 миллионов выйдет креп, и тут со мной Садик, сегодня! Садик, 1, 2, 3, 4! И Маша! Рассказывай, зачем ты нас сюда вытянула в такую холодрыгу? В общем, ребята, мы приехали в дом «Привет, соседа». Его зовут Теодор, ну, можно также Тео, и мы будем разгадывать все его тайны. Я играл в игру про «Привет, соседа», он там был очень злым. Да, ребята, это зато будет очень интересно. Я не знаю, насколько это будет плохо, хорошо, но это будет мега интересно и мега круто. И вообще, это будет как будто мы, знаете, детективчики такие. Ищем что-то, разыскиваем. Ну, приключения на свои попы мы всегда находим. А где его дом-то? Вот! Вдруг мы сейчас в дом залезем, и нас собака как хватит! Нет, в игре собаки не было. Значит, тут нет. Это первая загадка. Сейчас я тебя, Сафик, попробую. Ой, ты меня сейчас насадишь на этот штык! Ой! Ой! Ребята, дверь уже была открыта, оказывается. Все так проще, чем кажется. Смотрите, горка тут какая-то детская. Мячик какой-то. Ладно. Интересно, что тут у него еще есть? То, что мы сюда зашли без спроса, это никого не волнует? Ну, знаешь, сосед в этой игре тоже был не самым лучшим человеком. Так что, я думаю, нормально. Так а здесь два дома. Справа вот коричневый дом, а слева белый. Какой именно дом? Привет, соседа. Наверное, вот этот. Он двухэтажный, а в игре как раз-таки такой был. Надеюсь, дом открытый, мы сможем узнать все тайные секреты. Привет, соседа. Я не знал, что Маша наша аж сюда притарабанит. А это что? Получается, привет, сосед, тоже фанат нашего жесткого рэпа? Да. Крутяк, если вы не видели клип «Я фрик», то обязательно посмотрите. На нем уже 1 000 000 просмотров. Давай, открывай. Так же повезет, как с забором, по-любому. Закрыто. Блин. Все-таки сосед оказался чуть умней. Ну, а может, надо тогда в игру поиграть, и мы сможем его призвать? Звучит логично. Сейчас запущу «Привет, соседа», и все супер будет. А что это у тебя на экране? Сафик, ты что, серьезно? Совсем заигрался уже в свой стендов? За трендами не следишь? Это Радмир РП. И что? Что на этом Радмире можно делать? Радмир РП – это целый мир, в котором ты можешь исполнять все свои желания. Посмотри! На Радмире ты можешь стать обыкновенным уличным гонщиком или иметь крутой авторитет среди окружающих. Тут ты можешь найти себе невесту или жениха и сыграть свадьбу мечты со всеми своими друзьями. На Радмире ты можешь найти себе друзей и рассекать на тачке. Тут ты можешь выбрать свою профессию. Можешь пойти в Министерство внутренних дел, чтобы расследовать самые опасные уголовные дела, или стать врачом и даже пожарным. Так это получается там все как в реальной жизни? А где можно поиграть? Если ты или вы, дорогие подписчики, хотите поиграть вместе со мной, то спускайтесь и по первой ссылочке в описании можете скачать. Только заходите на 18-й сервер. Не забывайте указывать мой ник Артем Арешнев и промокод большими буквами Арешнев. Это вам даст отличный бонус для легкого старта в игре. А есть приложение на телефон? Конечно! Ты можешь зайти в Google Play или в App Store, вбить название Hustle Online и скачать! Жду тебя на 18-м сервере! Маша, а что с дверью? Да, ребят, я не знаю, она что-то сама взяла, открылась. Давайте бегом внутрь. Давай, ну, прыгивай. Давайте, чтобы быстрее все смотреть, пока привет сосед не пришел. Разделимся. Давайте. Давайте, ладно. Ребята, вы только взгляните на этот стол. Здесь какая-то зеленая жижа и чай. Причем чай наполовину недопитый, ребята. И он тепленький. Это очень странно. Видимо, кто-то совсем недавно его пил. Возможно, что это привет, сосед. И вот эта вот странная зеленая жидкость. Ребята, чай коричневый, а жидкость зеленая. Скорее всего, ее хотели добавить в чай. Но я не знаю, зачем. Сафик, я здесь кухню осмотрел. Нет ничего интересного. Только вот чайник вот такой прикольный. А зеленая жидкость, а на твоем столе. Здесь среди специй и всяких приправ есть вот
такая вот бутылочка с черепом. Скорее всего, это и хотели добавить в чай. И похоже, это на яд. Только зачем кому-то яд добавлять в чай? Точно! Ребята, вы только взгляните на это! Эта жидкость очень похожа на ту самую Артема из бутылки. Кто-то хотел отравить привет соседа. Или привет сосед кого-то хотел отравить. Ну, возможно, это прям не сильный яд, а слабительное. Возможно, эти зелья прям здесь и готовили. Да ну! Это называется ступка. Туда добавляют всякие растения и листики. И потом вот их так делают. И готовят всякие снадобья. Тут привет сосед. Ребята, подождите! Мне кажется, это вообще не важно. Тут есть на холодильнике что-то вот такое. Это девчонка, вот написано Мия Питерсон. Пропала девочка, внимание. А я помню, что это дочка привет соседа была. У него была дочка, и она пропала. Да, так если и соседа в доме нет, и девочки, может, посмотрим, что там на улице? Давайте, да. Может, мы и найдем эту девчонку. Да, запустить дрон. Если мы сможем найти этого пропавшего ребенка, то мы сделаем хорошее дело. Побежали. Побежали. Задача найти пропавшую девочку, но посмотрите, сколько здесь домов! Я-то думал, маленькая деревня, а здесь Маша, посмотри! Эту девочку могли похитить и спрятать в любом этом доме! Если мы все эти дома будем обходить, мы потратим очень много времени! Я вообще не знаю, сколько мы будем это искать, непонятно! Есть желтый контейнер. А, это сруб. Я думал, это желтый контейнер. Да. Это кто-то строит новый дом. Вот наш домик и вот наша территория. Сейчас будем смотреть. Здесь от мангала идут следы влево. И там какое-то пятнышко. Сейчас подлечу. Ну-ка, посмотри. Сейчас. Непонятно, что это. Может, поближе посмотреть? Идем по следам аккуратно. Странно, такие большие следы. Прям медвежника. Как будто большой какой-то человек. Ребята, что? А что это за пятно на снегу? Ой, красное какое-то! Ой, а может быть, мы уже не сможем этой девочке помочь? Давай лучше так не думать, а то это страшно. Может, это что-то другое? Не похоже, конечно же, что это кровь. Да. На мангале же жарят шашлык, делают ребрышки вкусные. Могли что-то... Не-не-не-не-не. Мясо готовить. Если ты присмотришься, то следы идут еще дальше. И там вот, видишь, что-то лежит. А это соус. Просто кто-то соус разлил. Капец, я испугался, ребята. Даже вам покрупнее вот включу, видите? Вот. Видно, это соус. Давай осматривать. Главная дорога, которая ведет в эту деревню. Глушь, конечно, такая. Повсюду деревья. Сейчас спущусь вниз, потому что с такой высотищи мы ничего не увидим. Я вижу яркую детскую вещь. Давай поближе, а то не видно, что это. Аккуратно. Это какая-то бетонная штука. Кажется, это детские сапожки, а точнее эти сапожек розовый. А пропала эта девочка? Да. Это улика. Мы теперь знаем хотя бы, откуда начинать искать. Точнее. Супер. Нужно обязательно потом туда прийти и изучить этот сапог. Она шла по дороге куда-то и пропала примерно здесь. Ну, куда мог идти ребенок? Куда на мог идти ребенок? На детскую площадку. Ну, а у нас здесь как раз рядом с этим домом и была детская площадка. А может, она шла наоборот домой в этот дом и тут как-то пропала. Может, даже в подвал. Осмотрю детскую площадку, которую мы видели у самого входа в этот дом. Подлетаю поближе. Там даже баскетбольное кольцо есть и мяч. Вот это крутяк. Подожди, а почему мяч на дереве? Наверное, кто-то в кольцо кидал и промазал. А дети-то они маленькие и не смогли залезть за этим мячиком. А давайте сходим на детскую площадку. Вдруг, если мы прям своими глазами будем смотреть, мы больше улик рассмотрим. Ну давай.
Вот мячик! Ага. А я без проблем могу достать. Мы прям целый день бегаем и ищем вот этого привет-соседа. А давайте попробуем воссоздать атмосферу этой детской площадки. Ведь когда девочка на ней пропала, наверняка они играли в игры. И можно также попробовать сделать, а? Мяч кидать? Да. Ну давай. Оп! Оп! Так, лови, лови, лови! Опа! Блин, ну нормально мы, конечно, походили, нашли там сапожки какие-то. И хорошо, что вот это красное пятно на самом деле кетчупом оказалось. Я тебе скажу, что если бы это была бы реальная кровь, это было бы вообще жестко. Сегодня почему-то и не монстров никаких не видно. Соседа, кстати. Может, он вообще уехал куда-то? Может, и девчонка-то не сбежала, может, она куда-то там ушла просто. Подружки. А кто так кидается-то, а? Я до вас еще доберусь! О, давай, уезжайте отсюда нафиг! Боже, я вообще не ожидал увидеть этого соседа! Он там с лопатой стоял, непонятный! Мне кажется, куда ты ключи потерял? Как ты мог потерять ключи, а домой-то мы как поедем? Да я их, видимо, где-то там оставил, мы когда туда бегали и прыгали! Ты с ума сошел? Блин, Запик! Здесь даже 38-й не ходит! Ой-ой-ой-ой! А сейчас, вот тут... Пультик был от запасного дрона. Да, посмотри там, по следам, где мы ходили. Да. Может, где-то там и ключи остались. Дрон в воздухе. Я сразу вниз спускаюсь, чтобы... Между двумя домов. Что, чтобы ключи посмотреть, мы именно по этой дорожке бежали. Это кто? Это привет, сосед. Это он. А что у него там в руках? Он чем-то размахивает. Ну-ка, ну-ка, призумь, призумь. Это же ключи от твоей машины, Сафик. Ёкарный бабай. Он в дом зашел. Блин. Ребята, нам нужно как-то забрать эти ключи, но мы без них не уедем. Он нас демонстративно дразнил, что эти ключи у него. Что мы можем сделать? Ну не в дом же к нему залезать. А как по-другому-то? Ну это ж страшно, непонятно. Мы можем попасться легко. Можем прям подкрасться и хотя бы выяснить, чем он вообще занимается. Ключи, мне кажется, можно по-тихому свистнуть. Да, да, да. Давайте пойдемте к нему в дом. Ну ладно. Опять закрыла. Аккуратно, Маша. Тихо, бабай. Сейчас нужно понять, как нам проникнуть в этот дом обратно. Какие варианты есть? Ага, никаких у меня вариантов может, в голове нет. Может, с помощью плана какого-нибудь? Давайте у зрителей спросим. Вот напишите свои идеи, как вы думаете, как мы сможем проникнуть заново в этот дом? Привет соседу! Пожалуйста, напишите в комментариях прямо сейчас какие-то свои идеи. Ну-ка. Доставай. Можно сделать отмычку. Это слишком сложно, времени нет. Не вариант. А вот этот вот. О, подкоп с помощью лопаты. Но тоже долго копать придется. Залезть через окно. А это идея. Через окошко же можно прям беспалевно залезть в этот дом. И потихоньку... Ребята, там дверь что-то открывается. Сама опять открылась! Как это блин, так? Блин, а что, зачем? Там еще что-то будет. Это запах. Запах моих любимых булочек с корицей. Он очень приятный. Ой. Вы чего? Он аж прям дурманит. Да какие булочки? Эй! Алло! Это, скорее всего, ради того, чтобы мы на это клюнули, и он нас заманил в ловушку. Точно! Маша! Не-не-не! Не, стой! Стой! Стой, пожалуйста! А ну, открой! Ё-моё! Что тебе делать будем? Украли, украли! Давай хоть, может, по окнам посмотрим? Ну, давай. Заглянем в окошечко. Только по-тихому. Может, через него и пролезть можно будет. Это, получается, этот привет сосед все окошки здесь патрулирует. Да это вообще капец какой-то. Но Артём, можно другие как-нибудь по кругу окошки все обойти и там прям хорошенечко за всем следить. И можно даже про его перемещение все узнать. Это ж вообще круто будет, да, Сафик? Сафик? Да хватит прикалываться! Сафик! Сафик! Привет, сосед. Его что, похитил, что ли? Сафик с Машей уже связанные. Он их в заложниках держит.
Нужно им как-то помочь. План. Есть одна идея. Кто там пришел? Здравствуйте, я ваш новый сосед. Вот, мы тут с Любкой недавно переехали. Я хотел с вами познакомиться. Что-то я не видел тебя в нашем округе. А как тебя зовут? Как звать? Маша? Ой! То есть, Миша, Михалыч я, короче. То есть, ты живешь в этом доме? Да, в этом доме, а что на пальцах-то объяснять? Давай прогуляемся, я тебе так все покажу, есть древ батон, а? Ну, пойдем, поболтаем. Ну, я смотрю, ты нормальный мужик, а где живешь? Так сейчас найдем моего дома, а? Купил его здесь по дешевке. И как давно? Так это, еще летом взял, хорошо? Тут знакомлюсь с соседями всякими. Соседи надо знать в лицо, а то ходят тут, ладят, могут тащить чего. А что это здесь такое? Ах ты, пройдоха! Ой-ой! Провести меня решил! Ну, пока он не пришел! Ребята, просыпайся, Сами! Маша, давайте приходите к себе! Я его отвлек! Блин, а как нам отсюда выбраться? Мы же прикреплены этими наручниками! Да вы что, угораете? Вот, слезай, вот! И все! Ты свободна! Вы что тут сидите, а? Ты, конечно, гений, а мне-то как? Леша, вот, все! А теперь свалим, может быть, а? Сосед идет! Сваливаем, ребята! Бегом! Нужно что-то придумать! Он на первом этаже! Надо первым делом найти ключ от машины! Точно! А ключ же он с собой забрал! А на первом этаже мы были, и там ничего не нашли! Ага. Значит, он должен быть где-то здесь! Да, тут вроде и комнаты не так уж и много! Записка! Ключ под камнем! Камни! Это вот это! Проверьте все эти статуэтки! О, мои ключики от тачки! Супер! Привет, сосед, совсем уже старый! Оставлять такие записки, чтобы не забыть, где он что спрятал! Блин, ребята, как мы дальше-то будем? Как нам отсюда свалить? Здесь второй этаж очень высоко! Может, нам надо его напугать? Вот, кстати! Смотрите, это какой-то черный костюм, парик и очки! В игре он как раз боялся черного нечто! Одевай, Садик! Готов! Все! Будь черным нечто! И напугай его хорошенько! А мы пока спрячемся, потому что когда мы прячемся, привет, сосед нас не видит! Я знаю, что вы здесь! Я вас поймаю и посажу в подвал! Выходите! Это нечто! Мне страшно! Давай быстрее! Ребята, спасибо вам большое, что были сегодня с нами на этих безумных приключениях. Мы узнали тайны. Привет, соседа. Эй, стойте. Пока я догоняю ребят, пожалуйста, тыкайте вот сюда и смотрите этот видеоролик. Нажимай на этот видосик. Давай бегом. Стой.